Сургутский Арбат на один день стал мурлыкающим, урчащим и гавкающим. В субботу здесь отметили Всемирный день защиты бездомных животных. Волонтеры общественной организации «Дай лапу» подарили горожанам возможность напрямую пообщаться со своими подопечными, сфотографироваться с ними или просто поиграть. Сейчас активисты планируют продолжить серию социальной рекламы и создать видеоролик, который должен раскрыть тему единства народов и ответственного отношения к животным. Мы хотим донести до жителей нашего города, многонационального города, города, где живут разные религии, люди разных религий, разных поколений, что неважно кто ты, всегда найдется что-то общее. Мы показываем, что это общая любовь к животным. Новый дизайн, удобный формат, актуальные новости. Будьте с нами в центре событий.